Не рассчитал силу. Гибелью мужчины закончилась потасовка в магазине в Курчатовском районе. В рукопашной сошлись владелец торговой точки, который когда-то занимался боксом, и покупатель. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Это тот самый магазин, где и погиб муж Любови. Женщина рассказывает, ее супруг пришел за сигаретами, но живым домой уже не вернулся. Он мне сказал, я хотела сама пойти в магазин. Он мне сказал, подожди на дороге меня, я сам зайду. Он зашел. Прошло сколько-то времени, его нету. Я пошла. Но я, не доходя магазина, я увидела, как мой муж вылетает из магазина с кровоподтеками. После Любовь узнала, что конфликт с хозяином произошел из-за долга. Месяц назад женщина взяла продукты почти на 2000 рублей, но расплатиться было нечем. Деньги семья возвращала частями, остались должны 400 рублей. Супруг пришел на разговор к хозяину торговой точки, и тут начался конфликт. Вот на вот этом месте он добивал моего мужа, запинывал. Момент, как мужчина вылетел из магазина, зафиксировала камера наблюдения. На место инцидента вызвали медиков, но они ничем помочь уже не смогли. На этих кадрах он лежит мертвый. С журналистами второй участник драки говорить отказался. Но как все было, сообщила его жена Екатерина. Слышу, как будто кто-то споткнулся, потом тишина, потом я уже сюда побежала, думаю, что за грохот. Машина упала и запереживала, мало ли что у нас здесь. Все равно травмоопасное место. Выбежала, а в этот момент увидела, что он уже туда, у меня муж заходит и говорит, надо воды. Он там лежит, упал и по ходу сознание потерял. По словам Екатерины, между ее мужем и погибшим действительно был конфликт, а супруг, видимо, не рассчитал силу, ведь раньше он занимался боксом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый сейчас под подпиской о невыезде. Татьяна Лаврова, Павел Востротин, 31 канал.